Всем доброе утро. Я проснулась. Час пол седьмого. Сейчас потихоньку буду собирать вещи. Потом сейчас скину все то, что я вчера наснимала. Попытаюсь обработать, чтобы видео вышло. Смотрите, на улице какая шляпа вообще. Фу. Такой туман, дождь. Еще ветер какой-то. Там видно. Смотрите. Капля сдувает. Фу, я не хочу никуда ехать. Хочу обратно в кроватку. И спать. Ну, нельзя, надо. Надо собирать вещи. Надо скидывать все, что вчера наснимали. Сегодня, потому что будем еще снимать. Будем снимать. Я что? В этом самолете. Будем снимать, подводить итоги по поводу этой поездки в Колумбу. Все, мы выезжаем из нашего отельчика. Сейчас думаем вызвать Uber. Ехать будет еще где-то час. Потом там приедем, еще надо добираться до другого терминала на автобусе. Другого? Для внутренних авиалиний, потому что мы летим в Лангкави, а это тоже Малайзия. Так, наши выглядят сумочки. Одна на двоих, большая. Ну, как большая, это среднего размера вообще сумка. И это мой пакет. И это мой коврик для йоги, который я забыла одеть. Опа. Да, заказали машинку Uber. И тут... Да-да-да-да. Поедем с девушкой. С мусульманкой. Будет интересно. Сейчас сидели. У нас места вот эти вот. Вот это и вот это. Не возле окошка. Вот, сидели, все ждали. Сколько там кто-то придет третий, вообще весь самолет забит. Вот, думали, сейчас кто-нибудь уже думали, ну кто? Тут вообще европейцев нет. Мы там выбирали наших пассажиров, мечтали, кто с нами сядет, кто нет. Вот, тут в итоге что-то никто не пришел. А теперь я вот на.
И Паша сдвинулся, я сидела вот здесь, а он здесь. И он сдвинулся. Ladies and gentlemen, this is H6312 to Langkawi, ground station in Libya Group, as well as Nipo Departure, thank you. Первый раз будет летать у окошка. Вы видите лицо счастливого человека. Сдуть надо было, потом бы детей взял. Видео? Ну теперь про... Если вообще не трогай больше объектив никогда пальцем. Понятно? Животное. Вот так да, взяла и, короче, давай вытирать пальцы. О, пылинка. Плюнула бы туда. А он такой говорит, о, это пылинка внутри. Козюлю бы туда оставила. Вот так, он такой говорит, типа, пылинка это внутри. А я говорю, нет, не внутри. Да, и надо. Так вот, покупай жене камеру. В общем, это... Давай сюда поближе. В общем, смотрите, ребят, ситуация такая. В своем последнем видео из Куала-Лумпура я обещал записать свой классический, так сказать, обзорочку, свою классическую обзорочку. После того, как мы вылетаем с какого-то места, записываю, говорю, стоит, не стоит. Вот. Обещал записать, но не запишу. Поэтому... Если кто-то вообще смотрит это видео, кто смотрит мои видео, в чем я вообще искренне сомневаюсь, но если вдруг вы случайно забредете сюда посмотреть на мои усы, вот, то, собственно, ситуация такая. Лететь в Куала-Лумпур стоит. Блин, не могу в камеру смотреть, когда сверху экран. В общем, лететь в Куала-Лумпур стоит. Ladies and gentlemen, Петронас. We will now demonstrate to you the safety features of this aircraft. И пещеры с храмом. As your safety is our concern, and the safety features may differ from other aircraft, we ask for your full attention to the cabin crew in front of you. Еще места, но я думаю, там не так важно. В общем, на третье. This is your seatbelt. To fasten, insert the metal tip into the buckle. Ну вот, все, and tighten the belt by pulling on the buckle strap. To unfasten, lift the metal flap. Whenever the seatbelt sign is on, you must return to your... Вот эта животина вот так вот всю дорогу летит. Я говорю, ты всю дорогу летишь вот так вот. И не дает мне посмотреть в окошко. У тебя прикольная такая тень. И только тусы одни торчат. Привет. Короче, нормальный кадр, чисто на пиво. Короче, прилетели мы на Лангкави, все отлично. Сейчас зашли в магаз Duty Free и просто офигеваем от сет. На алкоголе в основном, потому что алкоголь здесь просто куча людей, все сходят, смотрят, наиболее интересные для всех, я думаю, поэтому сейчас назову примерно цену. Например, пиво Ньюкасл, которое у нас стоит, я не знаю, сколько, 250, где-то 200 в России. 5,50 малазийский рингит, умножайте на 5, ой, господи, умножайте на 15. Стелла Арто, вот за бутылку. 3,20. Все, на 15 умножаем, получаем цену. Ну, тут много-много пива. Вот какой-то это сидр. Тоже сидр. 4,90. Я тут падаю. Так, вот такие цены. Да, что нашел? За 15 тысяч вам такая вот штука. Паш, можешь, пожалуйста, взять? Спасибо. Я не знаю, сколько это литров. Что-то еще интересно показать. Ну, текилка. Текилка, вот. Снимать нельзя. А, снимать нельзя. Мы пришли на пляж и офигели вообще от вида. Это Лангкави. Остров. Где-то. Где-то на земле. А напротив? Раз остров, два острова, три острова, четыре острова, пять, и за ним, скорее всего, шестой. Там единственное, что смешно, короче, после Бали, вот там плавают серферы, и они такие, видно, что они уровнем даже хуже меня. Просто такие, просто как какашки на воде такие плавают, ничего не могут. И тут ты понимаешь, что да, на Бали все-таки в плане серфинга это одно из лучших мест. День уже подходит к концу. Мы сейчас ездили долго, смотрели жилье.
присмотрели минимально то, что мы увидели, цена за 21 день, за 21 ночь, за 14, за 14 или за 13, да, Паш? 14. Ну, грубо говоря, 14 тысяч за 21 день, за 21 ночь. Вот такое очень такое простенькое жилье, просто кровать, душ, туалет, все, что нужно, в принципе, нам. Завтра хотим еще посмотреть, но вот этот ценник мы там как бы сторговались, да, то есть чтобы это самое такое был, такая цена. И плюс еще байк арендовали, с байком вообще, конечно, такой прикол. То, что байки стоят очень дорого здесь, и мы сейчас торговались, то, что максимально у нас получилось, это за 7,5 тысяч за 21 день. Так, вот. Думаешь, что нам даже плюнуть на байки? Да, это там все серьезно, там нужно было показать права, нужно было там... Типа, страховку предлагали купить, типа, как без страховки, но мы отказались. Там ездить не везде нельзя, то есть она показала карту, и, типа, говорит, что там вот по серпантину ездить нельзя. Мы вообще по такому, по такой жести ездили в Индонезии, и она такая нам говорит, объясняет, типа, вот только по ровной дорожке, только там по широкой, по асфальту можно. Если бы она видела, где мы ездили, мне кажется, она бы вообще офигела. Вот, типа, говорит, умеете ли вы там это. В общем, такое жестко тут с этим, походу, здесь не очень распространена аренда байков, но мы как-то даже, ну а как еще машину арендовать, ну, Пашки прав нету, я как-то водить не очень хочу, велосипед, на велосипедах тут типа тоже гоняют, ну тоже такое все развлечение, поэтому только байк остается, а вот байк у них вот так вот стоит. Нам как бы сначала предлагали в день за 450 рублей, вот, но сейчас мы немного сторговались, и вот получается, если посчитать, то в день что-то меньше, ну, меньше получается. Вот такие новости. Сейчас уже будем отдыхать, у нас 11 вечера, мы с самолета еще не спали, не отдыхали, я только вот Макдональдс перекусила, а Пашка перекусила, ему дали этот... Здесь мы заселились, и ребята вот стаф принесли, короче, рис с курицей, типа у них традиция такая, что ли. Причем одну порцию риса, одну порцию курицы принесли, типа вот, пожалуйста, кушайте. Мы вообще офигели, конечно, нигде такого не видели. Вот Пашка, я перекусила. Вот такие дела. В общем, завтра все. Завтра еще пойдем посмотрим одно место. Я сейчас в интернете прочитала статью, там ребята говорят, снимали. Посмотрим, что за прайс у них. Вот сейчас мы подъезжали, например, хотели, тоже спрашивали, сколько за ночь, тоже такое, ну, такой свеженький, видимо, хомстей какой-то. Там получается 60 умножить на 15. 60 умножить на 15 – это за ночь. Да. Ну, и причем не торгуются. Говорит, типа, меньше вообще никак, и так, типа, самый маленький прайс. Еще сказали, что, типа, сейчас пиковый сезон. Вот такие дела. Ну все, спать будем, наверное. Я спать буду, Пашка там еще, наверное, что-то посидит, поработает. Хотела сегодня видео выложить, еще смонтировать, еще выложить. У меня там уже накопилось. Хотела вот эти влоги выкладывать, как бы... там, в этот же день, который снимала, либо через день, но пока вообще не получается так. Там не могу загрузить видео, тут не могу выложить видео, там, я не знаю, где-то вообще, вот здесь сейчас вообще не могу, сейчас даже не могу обработать видео, потому что тут нет этих самых, нет нормальных розеток, тут вот такие вот розеточки, а мы к таким вообще, на жизнь к таким не готовила. Надо переходник покупать, но сейчас уже ничего не хочется покупать, сейчас хочется спать. Так что все, завтра со всем разберемся, завтра переезжаем куда-либо, вот, вот в этот, где мы присмотрели, либо еще найдем. Так что все, всем до завтра. А это Пашка так делает, ну ладно, просто.
Da 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 da